просто они горги. Мы их зовем хвататели. Чуть им что-то понравится, они и хватит. Скажем, есть у тебя конфета, ну или планета. Все, я поняла, но на нашу планету они ведь не прилетят? Нет, что ты, не тревожься. Мою ошибку исправят умнейшие из бувейших. Правда, это меня не спасет. У нас такой закон. За 9 ошибок удаляют. А у тебя их сейчас сколько? 62. Вот что, когда мне грустно, мама рассказывает анекдот. Бувы не рассказывают анекдот. Никогда не поздно начать. Я научу. Тук-тук! Ну, ты должен сказать, кто там? Но все здесь. Ну, так надо, спроси. Кто там? Тут я в ответ. Невежливая корова. А ты спросишь, а невежливая почему? Давай снова. Тук-тук. Кто там? Невежливая корова. А невежливая почему? Так, невежливо, ты не дала мне закончить. Я должен был спросить, а невежливо... Слушай, ну вот ты опять, ну... Оу, так это же шутка. Смысл такой, раз явилась невежливая корова, то она меня и перебивает. Ой, дошло, ну и вот и молодец. А причина... Хватит, я невежливая корова. Прекращай, сейчас кому-то залепят скотчем рот.